Да-да, я к вам обращаюсь. Друзья, после нашего видео о кормушках «Волжанка» пришел шквал вопросов, шквал ответов, где купить, как посмотреть на эти кормушки. И мы решили сделать первый в нашей истории, нашей компании, конкурс на YouTube именно о кормушках «Волжанка». Итак, давайте начнем о том, как мы будем участвовать в этом конкурсе и что надо сделать. Первое. Это будет первая кормушка. Посмотреть это видео и поставить лайк. Второе. Второе. Написать под этим видео комментарий «Участвую». Это уже две кормушки. Третья кормушка. Посмотреть наше видео на нашем канале о кормушках. Да, посмотреть. Четвертое. Что будет четвертое? Четвертое, естественно, лайк под этим видео. Пятое. Это будет комментарий. Нет, давайте будет не комментарий. Ставим палец вверх вместо комментария. Типа понравились кормушки. За это мы уже получаем 5 кормушек. Мало. Давайте мы сделаем вот так. 8. 9. 10. Итак, 10 кормушек «Волжанка». Вы будете первый, кто будет на них ловить, или кто первый, кто их потрогает в руках. Но самое немаловажное, вы должны быть обязательно подписаны быть на канал YouTube, на канале YouTube, на наш именно канал «Волжанка ТМ». Кстати, как посмотреть видео о кормушках, сейчас появился значок, ссылочка, на которую вы перейдете. И мы проведем конкурс примерно, наверное, недельки через 3 после этого видео. Мы проводим конкурс на YouTube, ВКонтакте это озвучим, в Фейсбуке озвучим. 10 кормушек. И, конечно же, бейсболочка «Волжанка Про Спорт» в летнем варианте, в сеточку. Итак, напоминаю условия конкурса. Первое. Поставить лайк под этим видео конкурса. Написать комментарий «Участвую». Посмотреть ролик о кормушках «Волжанка». Поставить лайк. В комментарии поставить палец кверху. Ну и, конечно, быть подписанными на группу на YouTube «Волжанка ТМ». Итак, удачи! Победитель будет сильнейший.